Протесты в Израиле, которые продолжаются уже почти 7 месяцев, вступают в новую фазу после разгона очередной многотысячной демонстрации в Тель-Авиве и короткой ночевки активистов в парке Ариэля Шарона, недовольные планами Бениамина Нетаньяху реформировать судебную систему, двинулись маршем на Иерусалим. Участники похода намерены занять позиции перед Кнессетом к полудню пятницы. All of the options inside of Israel have been exhausted. And right now we're looking for support from the outside community to help us voice that opinion where we need everyone to sit at the table to solve the problem. ההורים שלי עובדים כל כך קשה בשביל שיהיה לנו חיים טובים ובסוף מגיעים האנשים האלו שיכולים לבטל את הזכויות שלנו ברגע ולעשות לנו כאן חיים להחזיר אותנו אחורה כל כך הרבה שנים. В воскресенье состоится решающее голосование депутатов по одному из ключевых пунктов судебной реформы – отмены Илат Хасвирут. Принципа разумности или юридической несостоятельности, который позволял Верховному суду отменять решение правительства.